Лето на исходе, солнце жаром пышет. Только вот жарою нас пугать не надо. Мы температуры видели повыше. Мы ведь ребятишки из-под Волгограда. Лихо разгоняюсь с горки по привычке. Хуторок субботин, я въезжаю снова. Вижу на заборе синюю табличку. Улица героя Юры Прищепного. Юрка мой ровесник, мы из тех мальчишек, что в садиках советских, после запеканки, подтянувши шорты, начитавшись книжек, шариковой ручкой рисовали танки. Было все прекрасно, все о мире пели, олимпийский мишка полетел куда-то, и никто не ведал, что на самом деле в этот год рождались новые солдаты. Рождались те, кого позднее в горные ущелья загоняли маршем, чтобы повстречались с теми, кто смуглее, чуть побородатей и слегка постарше. Те, кто расплатился за чужую подлость, уходил под пули прямо, не сутулясь, превращались в слезы, превращаясь в гордость, в синие таблички деревенских улиц. Время боль не лечит, а смиряет с нею. Будет постоянно мысль меня тревожить. Вот проходят годы, а не я взрослею. Это просто Юрка с каждым днем моложе. Но пора настанет, верю без оглядки. И в огромной книге летоисчисления в год 80-й лягут как закладки синие таблички. Символ поколения, прокричат таблички. Нам открытым текстом надо жить достойно, надо жить не пошло. Все, что было Юркой, все, что было детством, с этого момента сразу стало прошлым.